Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа, и сегодня у меня на канале ретро-игры. Я заранее прошу прощения за то, что опоздал на 2 дня с этим выпуском. Ну, только потому, что я немножко замотался, забегался и забыл, что нужно было на понедельник снять материал. А уже на тот момент я снял немножко другой материал о игре Webbit. Если у вас будет минутка, загляните и на это видео, тоже достаточно интересная игра. Данная игра называется Dungeon Keeper 2 или Хранитель подземелья, вторая часть. Это мега-мега крутой симулятор бога с элементами градостроения и, в общем-то, повеление всем живым, что у тебя есть в твоем личном подземелье. Эта игра вышла в далекие 90-е, а вернее, если быть точным, в конец 90-х, 99-й год. То есть этой игре уже 22 года, представьте себе. Кстати, в 99-м году вышла первая Матрица. Кто вдруг не знал, напишите обязательно об этом в комментариях. И, в общем-то, я, знаете, регулярно в нее захожу. До этого была еще, конечно же, первая часть, которая также отличалась особой жестокостью и прочим повелением своих над своими вообще созданиями и существами, которые были у тебя в подземелье. Но первая часть мне не нравилась тем, что она там, конечно же, не 3D-шная. Здесь главное отличие игры заключается в полном 3D-движке. И примечательно, что я безумно рад, что эта игра запустилась на десятке, прикиньте. Версия игры 1.7, я думаю, что в эту игру до сих пор играет множество людей, потому что у нее есть открытый редактор и мультиплеер достаточно хорош, можно воевать своими сердцами подземелья, в общем-то, мерится, как говорится, длиной органа. Ну, в общем-то, суть игры вообще заключается в том, что нужно захватить такие некие кристаллы, с помощью которых можно открыть портал на поверхность. То есть наш главный рогатый, он, собственно, собирается наверх на поверхность. К сожалению, Dungeon Keeper 3 никакой не выпущено было, поэтому что там по истечению всех заданий произошло, неизвестно. Итак, значит, начинаем первое задание. Значит, у нас здесь есть вот этот лорд, который охраняет первый, собственно, камушек. Как название задания переводится, я не знаю, но по заданию нам нужно, помимо уничтожения основного задания, нужно еще построить 5x3 спальню и 3x3 курятник. Вот. Это наше сердце подземелья, если вдруг кто не понял, сердце подземелья это все. То есть, если враг атакует сердце подземелья твое, то нужно все силы, которые есть, включая рабочих импов, всех туда, короче, бросать. И нужно, собственно, его защищать. А по ходу игры будут такие моменты, что будет еще вражеские хранители подземелья, и
они, конечно же, будут вам мешать. То есть у некоторых будет так, что у некоторых будет камушек содержаться. Это, естественно, полуобучение будет изначально. Я почему решил в эту игру поиграть? Потому что вот накануне выпустил игру, которая называется Helltech. Helltech, говорю. Hell. Короче говоря, посвящена аду, и там нужно было тоже, собственно, копать и подземелье и прочее фигня. Короче говоря, решил выпустить и Дагеон Кипер или Хранитель подземелья. Собственно, эта игра была локализирована, по-моему, несколькими компаниями. Первая, которая мне попалась, это была 7-й Wolf Multimedia. Если слышали о такой, то напишите обязательно об этом в комментариях. Потому что мало кто из современных игроков слышал о такой компании, которая локализировала в кавычках, но на самом деле она пиратила и просто-напросто как-то криво-косо переводила, что в некоторых моментах получалось очень ужасно и играть было просто невозможно. Вот, значит, в дальнейшем, конечно же, это было все... переведено на более нормальный язык, потом была озвучка еще вот этого диктора на русском языке, но у нее там нормальной озвучки, по-моему, так и не случилось, к сожалению. Так вот, я тут строю, и что-то рассказываю, при этом нифига с вами не поделился. Короче, это портал. Через этот портал будут приходить монстры, ваши прислужники, которые вот будут биться за вас. Это гоблин. Да, графика не очень казистая, но она до сих пор играбельна, и даже сейчас можно в нее спокойно играть, и вы все поймете, что происходит на экране. Да, есть, конечно же, у меня боковые стенки, потому что игра все-таки не была рассчитана на широкий формат. Вот. Строить, кстати, можно только на захваченной территории, то есть вот таким вот красным цветом это захваченная территория. И укрепленная стена. Вот обычная грязь, это укрепленная стена. Через укрепленную стену враги могут дольше, вернее не могут, а будут дольше пробиваться. И это хорошо. Немножко ускорим, чтобы долго не затягивать эту игру. Это я, кстати, построил курятник. Здесь можно подобрать курей. Вот таких вот. Можно шлепнуть курицу, она разлетится. Можно, кстати, импов шлепнуть, и они будут некоторое время работать быстрее. У них ХП отнимается, но это помогает им быстрее двигаться. Видите, насколько быстрее стали. Эффект работает не сильно долго, но эффект работает. Теперь нам предлагают построить спальню, но у меня денег не хватает. Я еще в юности, в детстве даже, кайфовал от голоса этого диктора. Просто классный голос, я не знаю. И он очень хорошо подходит под тематику. Он очень хорошо подходит. Я не буду читать всю эту фигню, которую там на английском написали. Я так примерно все знаю, что сейчас происходит. Я настолько хорошо знаю эту игру, потому что я в нее каждый год захожу. Смотрите, есть два ресурса. Это бабки, основной ресурс. Причем вашим приспешникам, кроме импов, нужно платить деньги. Там, по-моему, еще несколько разных прислужников, которые не требуют деньги, типа... големов, что ли, или кто-то, короче, не требует. То ли мухи летают. Ну, в общем, не будем задаваться. А, скелеты, вот, точно. Мертвые скелеты, они не требуют жалования вообще никакого. Да, их тут тоже можно будет добывать, скелеты. Ну, как бы, вот, забегая вперед. Ну, хотя вряд ли я вам это покажу, потому что кладбище, наверное, где-то на миссии на 4-й, на 5-й. На нас напали, если что. Вот. У меня есть несколько гоблинов. Одного я спас. Всех монстров, которых вы имеете, можно поднимать на руки. На руки. В прямом смысле слова, на руки. И спасать на своей территории. То есть захваченная территория, которая вам принадлежит, вы можете в любой момент их подобрать вот таким вот образом и бросить. Это очень удобно, чтобы они не бежали. Но есть еще такие вот вспомогательные штуки, но здесь они пока еще закрыты, как флаг призыва. То есть с помощью этого флага можно будет призвать
своих бойцов призвать там, где идет битва, собственно. Я хочу утятник, вернее, курятник переустановить вот сюда. Вот, а этот продать, потому что он здесь неудобно стоит. Я забыл, что здесь будут пробиваться враги, и, собственно, здесь у них комнаты. И яйца, видите, улетают в разные стороны, и они разбегаются, разбредаются, кто куда, кто куда. Ой, браун. Здесь надо по-быстрому все-таки решить этот вопрос. У нас уже сколько гоблинов, смотрите, 7 гоблинов. В принципе, этого достаточно для того, чтобы замочить там всех или хотя бы попытаться это сделать. Сердце подземелья вмещает в себя... О, ну да, тут он совсем рядом. То есть первая миссия совсем легкая. То есть вот он. Можно вот таким вот образом его отвлечь. И заковырять. Да, они крепкие. Но гоблины берут шапками. То есть, сам по себе гоблин очень-очень слабый. Это самые низшие. По-моему, хуже и ниже только муха летающая. Но у мухи есть другое преимущество. Она может летать над водой без замедления. И может летать над лавой. То есть, исследовать. Муха по большей части исследователь хороший. Но боец вообще говно. Гоблин сильнее. Вот он появился, рогатый, его, кстати, можно периодически призывать будет в дальнейшем. И это очень удобно, когда идет какой-то замес, он может спасти и вывести просто катку, битву просто на ура. Вот он кристалл, правда в мультике кристалл был несколько меньше, там вот такой где-то он был, да, где-то со спичный коробок, но здесь кристалл, конечно, не изобразили. Крупненький. Открылась библиотека. С помощью библиотеки можно будет призвать варлоков. Или магов, проще говоря. Тренировочный зал может прокачать ваших персонажей до 4 уровня. Но они за каждую тренировку берут деньги, представляете? Вот такие мультики мне очень нравились в этой игре. Горячие губки. Дичайшие тетки, вот эти дичайшие тетки, короче, они там садомаза. Нужно пыточную устроить, чтобы они пришли к тебе в подземелье. Да, монстры так просто не приходят, то есть они требуют определенные комнаты. Вот такие вот у нас тут рекорды. Я не знаю, кто поставил рекорд. Нам первой миссии разве возможно поставить рекорд такой? Но это наугад написанные циферки. Вот следующая миссия, поехали. Она немножко подольше будет. Значит, нужна библиотека и построить тренировочный зал. И библиотеку, чтобы варлоки смогли исследовать новые умения. Отлично, погнали. Это, кстати, ходят гномы, или дварфы, скорее дварфы, потому что они похожи именно на дварфов. Они идентичны импам моим, только импы предпочитают не биться ни с кем, не драться, а убежать. Только в самом-самом-самом крайнем случае они будут драться. Прям вот если прижмет очень сильно, то будут биться. А эти, значит, дварфы будут биться в любом случае. Они как воин, так и работник. Только медленнее немножко работает, чем имп. Четыре комнаты. Вот библиотека и, собственно, тренировочная комната. И два умения, которые нужно открыть с помощью библиотеки. Пока будем строить небольшие помещения. Забегая вперед, здесь будет призыв импа. То есть можно будет с помощью, я так и не рассказал, два ресурса. Есть деньги, на которые все строится, все покупается и улучшается, и ловушки, и прочее, прочее, прочее. И есть манна. С помощью этой маны она добывается 160 в секунду, убавляется 28. На что убавляется, я так и не понял. Все это время я так и не понял, на что убавляется манна просто на халяву. Бабки, кстати, валяются, никому не нужны, потому что 16 тысяч максимум в себя вмещает только столько денег. Вот. И эту ману можно будет тратить на умения различные, типа молнии, типа призыв импа,
и так далее, и тому подобное. Довольно большой список всяких разных умений, вплоть до, там, до ускорения, усиления там, и прочей фигни. Будет мана тратиться. И рогатый очень сильно жрет ману. Прям в нулинус хавает. Поэтому долго его держать в призыве невозможно. Так, значит, здесь у нас такое неровное пространство. Наверное, здесь построим сначала спаленку. Надо своих ребят простимулировать. Кстати, импы качаются. Видите, второго уровня. Вот. Имп, они качаются на том, что выбивают грязь, обслуживают стены и так далее и тому подобное. Они на этом качаются. Новый монстр пришел. Это, конечно же, гоблин. Гоблину нужно только жратва и спальня. Больше ничего не нужно. Они больше ничего не требуют. Но у нас есть другие задачи. Нам надо вот это построить, чтобы пораньше начали варлоки приходить. И, наверное, побольше надо сделать библиотеку, чтобы пришло больше варлоков и смогли они одновременно работать в большем количестве. И вот он как раз, варлок, и пришел. Restrict him not though to his books, for when in battle he may prove formidable with fireballs. Здесь я хочу тренировочную комнату построить. Она такая, блин, неудобная получается, наверное. Погоди, нет, не здесь буду. Какое-то неудобное пространство на самом деле, но где-то придется строить все-таки. Ладно. От еды... О, нет, так мало. Так, может быть... Ладно, сейчас посмотрим, короче. А, во, все, отлично. Не заметил, думал, что здесь... видите, есть камень. Или скала, как ее там перевели, помню, на русский язык, что ее нельзя ковырять. То есть никаким образом, никакими умениями, ничего. Это конец, считай конец карты. И бывает такое, что есть специальные тоннели, с помощью которых можно обойти, там исследовать, там всякие плюшки, флюшки и прочая фигня находится. Но, к сожалению, на данном этапе это практически невозможно. Неудобно, видите, домик стоит, он, видите, куда выбрасывают яйца. Сколько варлоков? Два варлока, два гоблина. Надо еще построить больше библиотеку. Вот, сразу видите, еще сколько столов для работы появилось. То есть книжки и прочая фигня. Кстати, вот эти бесхозные бабки никто не подберет. Только враги, насколько я помню, могут взять и подобрать бабки на твоей территории. Но это не точно. Так, нам нужно построить тренировочную комнату. И кинуть туда своих болванчиков для того, чтобы они тренировались. Да. Варлоки не сильно любят, когда их шлепают. Вот видите, идет исследование. И сейчас уже почти закончили исследовать. Итак, у нас получается уже исследовалась молния, 6000 за каст. Она... Ага, они как... Короче говоря, здесь скриптовано это, Я забыл про это совсем. И, короче говоря, они начинают пробиваться здесь в любой момент, в любой... неудобный на самом деле момент, они начинают пробивать, как только ты исследуешь вот это вот умение. Это молния, с помощью нее можно оглушить врага, и его будут ковырять все это время. Помните, говорил про улучшение, собственно. Вот оно как раз пошло, имповское улучшение, которое будет потом давать нам, собственно, 4 уровня импа. Сейчас они здесь будут открывать, исследовать все. Можно пока начать добывать здесь золото. И можно сделать еще спаленку побольше.
Плохо то, что варлоки в своей, ну как бы сказать, библиотеке не качаются. То есть они не прокачивают свой скилл, они прокачивают свой скилл только тогда, когда с кем-то воюют, но их можно целенаправленно кинуть в тренировочный зал, и там они будут тренироваться тоже, как и все, до 4 уровня. Свыше 4 уровня до, по-моему, 9 или 8 или 9 уровня можно будет прокачать на арене. Арена крутая штука. Туда бросаешь своих подопечных и наблюдаешь, как они бьются друг с другом. Пока кто-то не проиграет. Проигравшего выкидывают с минимальным количеством здоровья, для того, чтобы имп его оттащил в спальню. Там он набирает минимум сил, для того, чтобы мог встать и пойти пожрать. И вот таким вот образом восстанавливается постепенно. Да, и с врагами они тоже, когда бьются, сразу не помирают. Их можно подобрать, если они находятся на... По-моему, только если они находятся на твоей территории. Этого точно я не помню. Но, тем не менее, их можно не сам подбираешь, а им подбирает и тащит его в лачугу. Вот смотрите, видите, сразу 4 уровня появился. Вот, спаленку мы увеличим. Значит, варлок сейчас молнию исследует. Молния просто будет сильнее бить. И можно будет их направить в тренировочный зал. Видите, за каждый удар они там тратят деньги мои. Кровные, драгоценные. Важнейшие, вообще самые любимые в мире деньги. Я хочу немножко покачать варлоков. И потом направить их. Ага, ну вот здесь вот мне уже предлагает автоматический компьютер. Типа у вас сил хватает, чтобы здесь пробиться. И для того, чтобы можно было уже атаковать врага. Но я не хочу пока. Немножко побыстрее сделаю, чтобы это все не так скучно выглядело. Импы уже максимально захватили территорию. Можно вот этот... А нет, зачем, не надо. Мне и так денег полно. Не знаю точно, но на многих картах есть секретные уровни. Вернее, не уровни, а секретные комнатки, так скажем. В которых можно найти какие-то плюшки, которые могут тебе помочь очень сильно в твоем подземелье. Да, они могут выполнять задания, даже если не соприкасаться с твоей территорией, но они не смогут превратить эту территорию в свою, пока не будет моста, например. Да, мосты здесь тоже есть. Кстати, день зарплаты, видите? Минус 5, почти 6 тысяч. Это значит, мои подопечные сейчас пойдут брать деньги, payday. Вот они все идут, и кто какого уровня, чем выше уровень, тем больше зарплата. Чем круче монстр, тем выше у него зарплата. И там такие бывают цифры, что можно и тридцатку слить ток на зарплату. Офигеть можно. Ну, у меня 7 варлоков. В принципе, можно, я думаю, пробиваться уже, да, и мозги не делать. Кстати, вот здесь вот показана табличка, кто чем занимается. 7 варлоков, блин, это, конечно, до хрена. И, кстати, не всех можно подобрать сразу. Ой, я не хотел. У руки есть ограниченная, как бы сказать, вместимость. Давайте помедленнее чуть-чуть сделаем. Так. Так, мои... Да, и лорда, кстати, тоже можно оглушить. А, нет, лорда нельзя... Да, можно. И вы сейчас скажете, эта молния какая-то читерская, но я вам скажу, что она не сильно может спасти ситуацию, если монстры очень сильные. Так, вот так вот сделаем. Фу, блин. Есть это. То есть бывает такое, что хп так много у монстра, что его так просто вообще не пробить. Есть. Этот лорд тоже пал. Есть, кстати, в игре такие уровни. Они очень сложные, неудобные. Там, например, бывает такое, что ты не можешь толком строить. Тебе нужно подкоп делать под чужое поселение, так скажем. И ты там возле стен где-то скребешься, что-то там какие-то плюшечки себе добываешь по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но это интересно. То есть уровни, они...
только в самом начале немножко похожи друг на друга, но чем дальше, тем интереснее. Есть даже уровень, где нужно на время сварганить подземелье и предотвратить конвой, короче, поймать конвой и не дать ему пройти за время. Это тоже круто. Если вам нравятся такие подобные игры, то вообще рекомендую. Обязательно поиграйте. Эта игра запускается на десятке, на семерке, на восьмерке. Сокровищницу, кстати, дали. Запускалась на XP и на 98-й винде. Она была изначально под 98-ю рассчитана. Ловушка-пушка. Не ловушка, а вернее защита. Дверку дали, чтобы можно было закрываться от врагов. И можно ее поставить, закрыть, и чтобы твои дурачки тоже не выходили никуда. Что ж, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, закончим данный выпуск. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, откомментируйте это видео. Если вы в нее играли, в эту игрушку знаменитую, или в первую, или во вторую часть, напишите обязательно об этом тоже в комментариях. Мне очень интересно знать, сколько нас все-таки есть старичков, или как минимум людей, которые вообще во что-то в старое играют. Настолько старое, что многих подписчиков еще не было, когда я в это уже играл. Ну и, конечно же, можете поделиться с этим видео. Этим видео со своими друзьями. Обязательно заходите на мои стримы среда, пятница, суббота 21:00. Ну и, конечно же, берегите себя. Всем удачи. Пока.